Вот, рады мы, второй день. Какие-то траншеи в соломе понарыло, понаделало. Но вроде сильно не вырыло. Крынку вот эту с водой таскает по всей, блин. Вот эту чашку, вот, как корыто вот это, не прибито же, но просто так лежит. Сейчас что-то не доест, разбросает, утащит, блин. Никакой экономии, блин. Помучаешь с ней, блин. А это ведь не приспособлен, здесь у меня солома просто на зиму лежала. Вот это вот, как бы сарайчик такой. А почему сюда загнал? А больше рады мы картошку еще не выкопал. Вот, видите, какой. Сделал такую изгородь, вот так вот прибил. Вот здесь палки тоже прибил. Вот это убрал. Доску выломал там. Она вышла, зашла, ну тут я ее прибил. Вот. В течение недели должна проситься. Помучились с ней, блин, конечно, тут. Воды постоянно наливать надо, заходить, блин. Экскаватор, блин. Это Масяня, блин. Да, Масянечка? А вот где он, прыгает? Даже не заметил потери бойца. Пофиг ему, блин. Вот даже размеры сравните. Котлета вот короткая, но жирная. И Масяня он длиннющая, блин. Да, котлета? Дерутся, блин. Смотри, смотри, смотри. Ненавидят друг друга, блин. Вот. Две бабы вместе не уживутся, блин. Ну все. Лайки, дизлайки, комментарии. До свидания, родные мои.